Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня, как обычно, оформляем цветочный торт. Для этого мне надо, чтобы окрасить листву цветка оранжевый. Зелень сделала при помощи зеленый топ-декор и красный. То есть развела не очень яркий зеленый. И вот так мешочек окрасила зелененьким, красненьким. Насадки у меня номер 125. 1,2 на выходе. Одна и другая. Еще понадобится для основы. Вот у меня здесь открытая звезда номер 21. И хочу я сделать ранункулюсы. Уже один цветок попробовала сделать. Серединка номер 104 у меня не получается. Я стала делать вот такой большой насадкой. Мне так как бы легче. Вот сначала просто домик накручиваю. И теперь постепенно коротенькими лепесточками формирую серединку. Думаю, такая серединка будет достаточно. Также наращивать сначала. А сейчас уже начинаю опоясывать весь цветок. Вот так, лепесток за лепестком. Постепенно начинаю отводить наши листочки. Как бы все длиннее. И немножко в сторонку можно. Можно поплотнее сделать. А теперь начинаю делать немножко пониже листочки, как бы прикрывать. Вот такой цветок в итоге получается. Этой же большой насадкой отсажу зеленью. Сейчас попробую сделать бутончик.
Сейчас насадкой номер 128 буду делать розочки. Насадка на выходе 2,5 сантиметра. Вот с производства я ее заузила, естественно, потому что они широковатые. Внутри у меня окрашен не очень ярко желтый топ-декор. Еще мне понадобился для листвы зеленый, болотно-зеленый смешала. И пакетик еще окрасила розовым топ-декором. Ну так, посильнее, он слабо выходит. Здесь у меня насадочка номер 104, тоже розочка прямая. Буду делать вот на таком гвоздике, мне удобнее. А вообще применяют вот такой держатель. Сюда ставят. И будут у меня розочки на конусах. Ссылка на конусы будет под видео. Но если она уже не рабочая, то набирайте клейкий рис на Алиэкспресс. Или смотрите в других каких-нибудь интернет-магазинах. Немного крема добавляю в него, чтобы приклеить к нашему держателю. Еще понадобится вот такой сухой распылитель розового цвета. И начинаю делать обычные наши розочки. Насадку все время протираем и подкручиваем. Еще сделаю таких как бы бутончиков, не бутончиков, ну, может, маленьких розочек. Еще сделаю немного сиреневых гортензий. Здесь у меня насадка номер 103. Внутри крем окрашен AmeriColor номер 130. Сначала я такой поярче нанесла на пакет, а потом еще доразвела и светленьким, чтобы он маленько как бы равноцветный был. Ну, посмотрим, как это получится. Мне нужен теперь уже держатель. Также буду делать на конусах. Начинают саживать по 4 листочка. Как делать гортензию, я видела на мастер-классе у Елены Поповой. Это 28 апреля 2020 года в Инстаграм проходил мастер-класс. И там вот учила всех девочек Елена Попова делать гортензию. Ну, там немножко по-другому, но и сейчас я в более быстром варианте. В общем, смысл заключается в чем, что вставляем пяточку и дергаем вверх.
И насадочкой номер один буду отсаживать такие маленькие серединки. Это крем, которыми были окрашены у нас розочки. Цветок у меня дальше пошел совсем без оттенка, поэтому немножечко фиолетовым сухим распылителем припылю. Тортик у меня уже выровнен. Немножко здесь сделала кремовую шапочку. Тортик всего 20 сантиметров в диаметре на 4,5 яйца, шоколадный бисквит, крем-прослойка, крем-пломбир. Я брала на канале «Торты и кулинария». И пропиточка, кипяченая вода плюс сгущенка, там по вкусу. Сейчас буду пытаться высадить свои цветочки. Угу. Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Попробуем с большого, что ли. Вот такой тортик я оформила для домашнего чаепития. И мне пришло время с вами прощаться. До свидания, мои дорогие. До следующих встреч.